Всем привет, с вами Прия. Дейлики делаются, квесты делаются, локалочки делаются. Люблю, обожаю их, все классно. Репутации тоже прокачиваются. Мне не хватало всего лишь одной фракции для превознесения с количеством сотни. И получается так, что в текущий момент, завершив прямо сейчас задание, я получу почтение с ржевовольским сопротивлением. И, конечно же, получу такого маунта, как скакун чистосердечных. А что это за маунт? Ну, по идее, это перекрашенная версия такого скакуна, который давался за дополнительную репутацию у легионовской фракции ткачей снов. Но конкретно этого маунта почти ни у кого нету в текущей игре, так как всего фракций, с которыми можно получить превознесение, очень мало. Их, по-моему, 104 или что-то типа такого. То есть до патча 8.2 их было там 102, получается. И сделать так, чтобы было превознесение 100 фракций, ну, это либо должны были удаленные фракции быть прокачаны, либо Черный Ворон, как вариант. Черный Ворон я прокачать не смог, я просто-напросто не нашел разбойников, которые бы мне подгоняли сундучки. Ну а вот настал патч 8.2, я юзнул контракт с сопротивлением и наконец-таки апнул превознесение. Прекрасно, следующего ачивмента нету, но это в принципе логично. Если бы в текущий момент появился ачив на 110 превознесений, это было бы невозможно, чисто по механике игры. А так, получен маунт и звание, еще одно очередное, высокочтимый. Ну, кстати, вполне неплохое звание, довольно-таки уникальное, довольно-таки классное. Ну что ж, удачи вам в прокачке репутации, текущей, либо той, которая уже давно-давно была. Самое главное, что репутации прокачиваются, и это прекрасно. Всех вам благ, берегите ноги, до скорого.